смелый представитель учебного военного центра. Ну, уже встал, так беги. Ну, смелый представитель учебно-военного центра. Или назначить. На сцену приглашается самый смелый представитель факультета О. Ну что, нет смелых? Ну, кто первый прибежит, того ждет награда, конечно же, да. Встречайте его аплодисментами. Самый смелый представитель факультета И. Самый смелый представитель факультета А. Спасибо. Куда? Достаточно. Вы уж куда? Вы куда? Все, здесь. Так, факультет А. Принять два шага вправо. Факультет А. Подождите. Вот факультет А. Это не смельчаки? Сейчас посмотрим, насколько они готовы учиться в военмехе. Я задам один вопрос, если не отвечаете, отчисляетесь. Можно сразу покинуть сцену без вопроса. Нет? Готовы? Да? Ну что, для факультета А вопрос. Назовите хотя бы двух выпускников военмеха, которые взлетели выше всех. До свидания. До свидания. Я полечу. Вы полетите? Дегтярев. Угу. Устина. Не знаю. Жуков. Угу. Честно говоря, я даже не знаю, кого. Иди сюда. Крикалев и Гречко. Скажи для них, пожалуйста. Ну, скажи еще раз ответ. Крикалев и Гречка. Ну, Крикалев и Гречка. А кто они? Это космонавты. Молодец. Их всего 5 в военмехе. Спасибо, парни. Оставляем девушку. А сразу, мы уступим место даме. А как рвались, да? Так, это какой факультет? И. Сколько вас? Вас 5. Факультет И, прошу. Прошу, поближе сюда ко мне. Один вопрос задаем, исправляетесь. Ну что ж поделать. Итак, внимание, вы готовы? Да. Да? Назовите год основания военмеха. О. 1932. Уверены? Военмех лучше всех. Я понял. Второй год военмеха. Я не расслышал. Бывает. Ну что ж, итак, вам спасибо. Надо, да? Вы что сказали? А, вам, наверное, тоже спасибо. А вы? Военмех лучше всего. Ага. А вы? 32-й. А вы? Ох, 32-й. Ага, ну уже поздно. Спасибо. 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 Остаются 2 из 5. Кому сказал спасибо, скажите всего доброго. Ну уже идите в зал. Ну так уже уходите. Ну, для двоих еще один вопрос относительно военмеха. Скажите, пожалуйста, а где выпускники военмеха получают диплом об окончании? В актовом зале. Я. В актовом зале? Говорили в начале. Я. Надо знать историю военмеха. Ответ неправильный. Ну, поскольку вас 2, вам адресуем этот вопрос. Где получают? В музее артиллерии и... И вооружение? Не знаю. Хорошее место. Я? Вы хотите этим добиться, что вы останетесь? К сожалению, нет. Он ответил правильно. Единственный вуз, который может себе позволить вручать дипломы выпускникам в Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, где находится одна из лучших коллекций огнестрельного оружия, именно это военмех. Поэтому, увы, у нас остается девушка,
Я уже забыл о вопросе, подождите. Вам, к сожалению, увы, я спасибо, заходите ко мне в контакт, вы остаетесь. Осталось понять, из этих двух кого оставить? Лево, право, право, лево. Хорошо, задам последний вопрос, не относящийся к войне, относящийся к Санкт-Петербургу. Вы житель Санкт-Петербурга? Да. А вы? Конечно. Ну-то посмотрим. Город Санкт-Петербург был заложен, принято считать, в 1703 году. Но статус города он получил в 1707 году. Вопрос. Сколько имен у Санкт-Петербурга было в истории? Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград и Санкт-Петербург еще. Сколько? Либо 3, либо 4. Я понял. 3. 3. Какие? Ленинград, Санкт-Петербург, Петроград. 3. 3. Ну, кто знает правильный ответ? 2, 3. 4. Сколько? 2, 3, 4. Изначально при строительстве в 1703 году строящаяся крепость нарекли Санкт-Петербург с буквой «Х» на конце. В 1707 году сделали из буквы «Х» букву «Г», получилось Санкт-Петербург, потом Петроград, потом Ленинград. И вновь вернули ему его историческое имя Санкт-Петербург. Итого сколько у города имен? 3. Санкт-Петербург с «Х» на конце. Это была крепость. Ну что ж, я растерялся, кого оставить. И решили его. Остальным большое спасибо. Ну, бывает, ну что поделать, да. Все, спасибо троим. Итак, у нас осталась бодрая тройка. Жалко, не видно УВЦ. А вы УВЦ? А какого факультета тогда нет? Ну, не судьба, значит. Что? О? А вы из О? А я думал, вы из... Ну, бегите бегом ко мне сюда, за кулисы. А на сцене великолепный ансамбль... танца. У вас есть уникальная возможность насладиться этими прекрасными девушками. А мы с ними уйдем за кулисы, потом выйдем для того, чтобы удивить всех вас. Вперед!